Сообщение о возгорании дома и четырех хозпостроек поступило около 6 вечера. Для того, чтобы полностью потушить пожар, потребовалось 2 часа и 4 пожарных расчета. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров. Оно было полностью деревянное, и эти 4 хозпостройки, там они очень большая была пожарная нагрузка, и пожар распространялся с большой скоростью. Спасено 3 человека, эвакуировано 10 человек. Предполагаемая причина – короткое замыкание электропроводки. Погибших, пострадавших нет. Деревянный дом был построен в 1907 году. Позже он был приобретен доктором Павловым, который внес большой вклад в пропаганду Сочи как лечебно-климатической станции и курорта.